Здравствуйте, дорогие друзья! Не прошло и полгода, а мы выпустили новый выпуск дневников разработки игры To Love. За это время случилось очень многое. Мы съездили в Питер на события ВК-фест 2016, показали там на шоу-кейсе нашу игру, собрали массу отзывов от игроков, пообщались и отлично провели время. Там же, на ВК-фест, мы получили приз от журнала «Игромания» за лучшую графику в инди-играх, чему безумно рады. В игре тоже произошли изменения, правда большинство из них не видны невооруженным глазом. Это исправление багов, изменение баланса на сценах и доработка декоративных элементов. На данный момент полностью готова первая глава и первый босс. Мы не будем его показывать, чтобы встреча с ним была сюрпризом. Идей, которые мы хотим реализовать в игре, очень много, и работы над ней осталось, мягко говоря, немало. Но мы упорно трудимся, чтобы доделать игру как можно скорее и порадовать всех тех, кто ждет ее. Есть еще одна новость, правда она не про To Love, а про нашу прошлую игру Юрий. Мы решили, что называется, расширить вселенную Юрия и выпустили мобильную игру по мотивам. Игра очень простая и бесплатная, а знакомиться с ней можно по ссылке в описании. Если оставите отзыв, нам будет очень приятно. Помимо нашей игры, мы плотно занимаемся и другими проектами. Это наш магазин Steam ключей, где можно найти свежие инди-игры со скидкой до 97%. Наш канал на Твиче, где мы периодически стримим свежие и не очень игры, проводим розыгрыши и общаемся. Ну и наша группа ВКонтакте, где мы рассказываем об интересных событиях российского и мирового независимого геймдева. Если хотите поддержать нас, то пройдите по ссылкам в описании, вступите в нашу группу, зацените наш Twitch канал и купите у нас игры. Мы будем очень рады. Если у вас возникли вопросы, пожелания, предложения или мысли, то, пожалуйста, напишите их в комментариях под этим видео. Большое спасибо за внимание и до встречи в новых выпусках дневников разработчиков игры To Love.